Ивановский областной драматический театр возглавила актриса Елена Иконникова. До назначения на должность директора она руководила труппой театра. Прежний директор учреждения Любовь Иванова возглавляла театр почти 4 года. В настоящее время ведется передача дел бывшим директором новому. С назначением Елены Иконниковой артисты надеются на перемены к лучшему. Человек, который хорошо знаком с творческим процессом, сможет продуктивно решать накопившиеся в театре драмы проблемы. Сейчас идут плановые репетиции, начата подготовка нового детского спектакля «Шиворот на выворот». После коллективного отпуска в середине августа режиссер Ирина Зубжицкая начнет работу над премьерой «За двумя зайцами». Этим спектаклем откроют юбилейный 80-й театральный сезон.